have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Так, что у нас тут? У нас тут швабра в руках, у нас с патронами, короче, полный швах. Попробуем на чем-то другом походить, ну, как-то где-то. Слушайте, я в принципе, я очень сильно не люблю бэктрекинг в играх. Сейчас я вам объясню, к чему это вступление. Но здесь, раз уж так получилось, я немножечко сходил назад, открыл пару вещей. Во-первых, на инженерии там, ну, самое первое место, где мы только нашли стазис, там была дверка первого уровня. Я просто пока вспомнил, а потом уже, раз уж был на станции, поехал еще в медицину, и в медицине тоже открыл пару вещей. Короче, игрушка очень сильно наказывает за бэктрекинг, потому что патронов я нашел больше, чем... Ой, потратил больше, чем нашел. Но я прокачал себе... Нашел парочку нодов. Прокачал себе костюмчик, по-моему, на воздух или что-то такое. В общем, сделал пару вещей. Не то, что прям много чего-то сделал. Еще раз убедился для себя в том, что бэктречить я не хочу. Оно упало, не упало? Ну-ка. Ладно, нам вниз на этом лифте. Так, 9-6. Ну, хорошо, поехали. Что будет, то будет. Честно говоря, немножечко давненько уже. Ой, я эту штуку разбил. Не снимал. Так, а тут бегать нельзя, да? Его нот дали. Но я потратил все, что только можно было на эту штуку. Я вместо нее поставлю, наверное, огнемет. Хочу на нем кое-что потестить. Да, эквип. Полностью потратил все супероружие. Печаль. Сюда нужно будет поставить батареечку. Хорошо, сейчас разберемся. Так, Hazardous Anomaly. Ну, то есть нам потихонечку продолжают пихать этих чувачков, как обычных врагов. Это печально. Давайте я, наверное, перезаряжу швабру. Да, потому что я потратил немножечко. О, вот это можно будет потом тоже юзануть. Токсический хазард. Ну все, дружище, давай, до свидания. О-о-о! А вы лопаетесь с одного патрона из швабры? Прикольно. Вот это прикольно, вот это надо бы, наверное, на будущее попробовать запомнить. Сзади что-то?
Энерджи дали. Нам, в принципе, не наверх. А, нам туда. Так, хорошо, хорошо. А где батарейку брать? Давай смотреть. Вот там, наверное. Здорово, дружище. Тебе не повезло. А, тут есть еще один. Или нет? Или да? А, через туда надо... Да куда ты? Выйди из бенча. У нас нет времени на это. К нему надо зайти как-то с другой стороны, что ли? Или это как-то разбить? Сейчас посмотрим. Погоди. Карту. И. Серьезно. Тебе только так заходить можно. Все, хорошо, пойдем. Его видно, но... А как тогда? А, во! Ну и, юз. Игра. Я ее подобрал, нет? А где мне увидеть, есть у меня квестовый предмет или нет? А, я не могу использовать, потому что нет батареи. Ладно, хорошо, все. Согласен, я тупанул. А где батарею найти? Сейчас пойдем посмотрим. Вот она. Тут уже мой тупняк, извиняюсь, да. Согласен. Я не могу использовать карту, потому что она просто не запитана. С этим все нормально. Любое действие сопровождается появлением монстров. Любое просто действие сопровождается появлением монстров. Так. Где ты? Ну вот и поговорили. Так, теперь нам... Так, тейк-офф это, конечно, классно. А, погоди. Раз у меня швабра закончилась, то печально. Я, наверное, пока что тогда вместо нее поставлю резачок. Он у нас как раз немножечко уже... 18 патронов на нем есть, супер. Нам наверх. Отлично. Мы поднимемся на лифте. Я не хочу летать. Летать здесь просто отвратительно. Я не знаю, как это они сделали. Как они так умудрились. Но летать здесь просто ужасно. Ага. Там еще кто-то есть, погоди.
вот тут. Не пробивает. То есть надо так приземлиться, и только тогда мы сможем его инъекцировать. По крайней мере, нет ограничения по воздуху, и на том спасибо. А где эта фигня мелкая? Улетела, не улетела? Ладно. Теперь обратно вниз. Куда? Да блин, почему ты меня сюда-то разворачиваешь? Ладно, давай вниз. Куда? Ты мне на лифт сейчас показываешь или куда? Ай, блин. Просто забей. А теперь туда и... в дверь. Там, кстати, можно будет и сохраниться. Нам же нужно к тому придурочку. Так, теперь туда. Мишка, а продать нам нечего? Ну-ка. Продать нам, скорее всего, нечего. Угу. Ну, вон, с другой стороны, есть место в инвентаре. Есть аптечка. Давайте мы ее используем. Как раз full health будет. Туда. Че мне по патронам? Можно попробовать вот этой пушкой пострелять. А по пилам? У меня же пилы вроде еще. Пил у меня, ну, 9 штук, кстати. Вроде ничего. Ну, хорошо, поехали. Нам туда. Там мы, наверное, каким-то образом или спустимся, или еще что-то такое. Я это слышал. Вторую щупальцу мы ему откорячили. Что у меня по автоматным патронам осталось? Последняя обойма. А, давайте мы, наверное, их... на пилы сменим. Ну что, мне из быстрого будет огнемет? Блин, пил вообще мало. Второе. Ну, по крайней мере, они есть, хорошо. Бегать тут не получится. Just a repair mission. All this death. Imagine what the marker could do in the wrong hands. This is about CEC again. Just thinking, if some corporate asshole tries to take the marker, you and me could do something about it.
You're leaning pretty hard on that if. Oh, come on. Where's Hammond? What's he doing? I don't know. If I don't focus, we'll run out of air before it matters. Да-да-да, вы там вдвоем сидите, ни черта не делаете, все мне приходится делать. Взяли инженера на корабль. Туда, весело. Нот, нот. Я просто надеюсь, что я последнего утырка сейчас убью. И мне дадут в бенче покопаться, поэтому... Я не пойму, что в меня целилось. А, там электричество, ну-ка. Куда-то наверх. Где? Да. Вниз? Туда, что ли? По красной лампочке? Да пролезь ты! А как туда? А, его замедлить надо. Она не будет тогда вырабатывать ничего. Вон там. Ну я их не вижу, блин, ну... Force Shield Field. И не перевернуться по-человечески. Момент просто ублюдский. Не то что плохой. Просто отвратительный какой-то. Я не вижу Диану, что по мне стреляет. Куда мне? Туда. Все, я понял. Я не вижу, где оно. Серьезно. Хилок у меня нету? Стазис. Кто ты? Что ты? Да-да-да-да-да, о! Я не вижу ни чертища, блин, это на самом деле бесит.
Они бессмертные там, я не знаю. Что с ними не так? Почему в них нужно столько патронов? Где оно? Это место просто максимально отвратительное. Из всего отвратительного, что может быть. Мне сюда куда-то? Да пролезь ты, блин! Туда! Аллилуйя, блин! F у меня... Конечно же, у меня нету F, вы чё? Кто же мне F-то даст? Так, ты у нас вообще кто? Force Energy Schematics. Это у меня закончилось, то у меня закончилось. Ну все, в принципе, хорошо, все стандартно. Мне нужно будет сохраниться как можно скорее. Вот. Да? И что вы предлагаете? Ага, понял. Решение, как всегда, просто и элегантно. Я не хочу это потом заново все проходить. Перезаряжаться мне, кстати, нечем. Знаете что? Я, наверное, сожру один этот стазис-пак. Игра просто вынуждает. Я сейчас еще раз посмотрю, может быть. Знаете что? А давайте мы посмотрим очередность. Первая. Во второй вообще есть? Нету? Третья. Первая. Третья. Да. Вторая вроде как не зажигается. Я это выяснил. Подлая игра, очень подло. Очень подло. Максимально подло. Очень подло.
Shift, к тому же, как тут работает Shift. Давайте я вылечу сразу. Shift работает отвратительно. Ты что-то делаешь, если ты буквально не выдержал полсекунды после этого, нажимаешь Shift, то Shift просто не сработает. Птичку надо было забрать эту. Так, нам в... сюда. Значит, обязательно сюда надо зайти. Smell functioning, да. А это куда? Вниз? Куда? All I wonder what you are. Извиняюсь, ребят. Так, последняя тварина. Тогда почему мне нужно было туда, я так и не понимаю. Ну вот эту вот фигню уберите, ну у меня же там бенч. Игра, знаешь что? Надо вот это убрать. Все равно не дают пройти. Так, а нам все-таки туда. Ну вот глянь на эту тварь. Ноль патронов. Супер. Лежит. Лежит, загорает. Так. На швабре три патрона появилось. Риппер у нас опять ни о чем. Ну давай мы швабру оденем вместо этого. Это просто невероятно бесит, если что. Постоянно переодевать их, эти оружки. Там появилось три патрончика. О, давайте теперь ходим с этим. О, теперь давайте ходим с этим. Это очень сильно раздражает. И то, что можно добавить всего лишь 4 оружия на быстрый доступ, понятно, что это сделано под геймпад. Но черт побери, я же не на геймпаде играю. Ну зачем так вот? Ну сделайте же вы нормальный ремейк, нормально под компьютер. Ну, блин, просто... Сюда. Видите, я уходил, его тут не было. Сейчас он тут появился. Токсичные вы мои. Все? Возьму швабру с этими тремя выстрелами. Нам теперь обратно. Ну погоди, сюда я тоже зайду. Тут намазано. Нод, во-первых, надо взять. Патрончики. Текстовый. No section has been expanded with. Ладно. Это вы прочитали. Thermodynamic purifier.
Да просто ты, я же вас спалил всех, ну зачем? Тупо под дверью стоит, ждет. Игра в этом смысле просто ненавидит игрока. Она постоянно на любую вещь, любое, что ты делаешь, постоянно появится какой-то монстр, 2, 3, 10, неважно, сколько их будет. Постоянно что-то появится. Игра, иди лесом, знаешь. Это тот, которого я уже поджарил, блин. Так, получи доступ. Ну, отлично. Мне бы доступ к бенчу получить. Ну, почему нельзя было вот это вот убрать? 3 патрона. О, еще добавили патрончиков. Надо будет выключить эту Zero Gravity, погоди. Или уже к черту эту зону. Яну. Зарядиться. На меня что-то вылезет, нет? Бесит. На самом деле бесит. У меня 3 нода есть. Так, в... Так, ой, я могу почти полностью раскачать костюмчик. Я не знаю, во что мне, черт побери, вкладываться. Ладно, давайте в огнемет, поскольку это единственное, что у нас сейчас осталось. Что у нас тут? Фаервол? Ага. Уж извиняюсь. За кашель, ребятушки, немножко подхватил. Мы можем пойти в ту сторону. Ну, capacity 3 раза увеличить, да? Огнемет у нас вообще не прокачан, к сожалению. Что я могу еще? Риппер. На Риппера у меня патронов, кстати, нету. Ну, почти что нету. Он неплохо прокачан по дэмэджу. Это у нас дополнительный рикошет. А здесь тоже дополнительный рикошет. Я не уверен, что мне это надо. Ну, в эту сторону идти можно хотя бы из-за дэмэджа. Хорошо. Пульс. Кстати, на пульс райфл... Увеличивает fire rate. О, вот это может быть интересно. А второе? И ammo capacity, да? Fire rate — это очень большое увеличение дэмэджа, если что. И туда же можно пойти опять же в damage.
То есть можем три раза в capacity его сейчас закинуть. У нас будет 90 в обойме. 90 вообще редко бывает. А потом можно будет один на increase fire rate и один на damage. Если получится, да? А потом вниз опять reload, capacity, reload. Попробуем качать винтовку каким-то образом. Плазмокатор у нас очень хорошо прокачан. Но у него нету патронов. Практически стандартно. Что мы еще можем сделать? Швабру. Швабру прокачать можем. Я вот этим не пользуюсь, потому что у него и так дэмэдж хороший. Контакт бим. Он хорош, в принципе, во всем. Но, опять же, он быстро оканчивается. Вот это мне нужно. Но где взять столько нодов? Опять же. Никто ж не знает. Так. Давайте, может быть, да. Вместо катера. Я возьму... винтовку. Хорошо. 90 в обойме, это вообще суперски. Швабра. На швабре еще 3 патрона. Мне просто наверх куда-то. Я бы сохранился сейчас, пошел. Один выстрел из швабры полностью убивает мелкого. Это прикольно. Ой, я продать могу что-то? Так. Ага, Forge Energy. А, это я могу крафтить все, я понял. Ну, крафтить оно такое. У меня есть... 9600. В принципе, неплохо. А что у нас по... по улучшениям? Я могу, в принципе, еще один нод купить. Продать там какую-то мелочь. Например, стазис пак. Так, и купить еще один нод. Ага. Супер. Прям сейчас я его прокачивать не пойду. Прям сейчас я пойду сохранюсь. Аптечка использована. Да-да, ты там можешь поорать пока что. Сохраняемся. И все, ребятушки, тогда будем на этом заканчивать. В следующей серии уже пойдем. Будем что-то где-то пытаться намутить, намотивировать. Нам же обратно. Куда? Я ненавижу это показание карты. Вот такие вот. Очень часто оно путано, очень часто оно непонятно. Хватит орать, я тебя пристрелю. Все, будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.